Всем привет! Хочу поделиться своей радостью. Наконец-то пришла долгожданная посылка, которую я жду с 3 мая. Поторопился, не посмотрел, значит, заказал один из товаров, был в бэк-ордере, вот. И потом 14 мая отправили, как бы, ну, получается, больше месяца она шла, сегодня 17 число. Вот. Значит, заказывал я. Открывать сейчас вот при вас прям буду открывать ее. Значит, заказывал я подставку для квадрокоптера, ноги и подвес. Сейчас посмотрим. Ну, вот такое ощущение, что посылка, как бы адреса нету, что это скрывалось. Ну, не знаю, может, на таможне досматривали. Сейчас будем смотреть, все ли дошло. Ну, я на самом деле особо не переживал, вот то, что месяц она шла, потому что, вот, ну, как я уже сказал, значит, подвес был, не был на складе, поторопился, не посмотрел, ну, очень хотелось, как бы, подвес, вот, и отправили вот позже, чем я оплатил, и вот, ну, больше месяца она шла, но я особо не переживал, потому что знаю, что и по 2, и по 3, и по 4 месяца посылки идут, то есть, как бы, особых переживаний нет. Поэтому всем, кто, допустим, первый раз заказывает, если она долго идет, ну, не волнуйтесь, как правило, ну, вот не было ни разу, чтобы не доходило. То есть, обычно посылки всегда доходят. Вот. Ну, и, естественно, оплачивать через PayPal, потому что там есть какая-то гарантия, что, ну, по крайней мере, вернете деньги, если что-то с посылкой произойдет. Так, ну, смотрим, значит. Все это в скотче так прилипает. Значит, здесь, по-видимому, комплект ног. Сейчас откроем. Такое ощущение, либо это давили, либо это вскрывали где-то вот, ну, для досмотра. Сейчас увидим. Так, значит, это ноги для квадрокоптера. Ну, в цельной упаковке вроде ничего не нарушено. Значит, вот сами ноги, все это надо будет собрать, вот, собирать потом буду, видео, соответственно, будет уже в собранном виде, все это будет, поэтому следите за обновлением, вот. А ноги стоят, значит, заказывал на сайте Banggood, ноги стоят в районе 1000 рублей, ну, достаточно легкие, не тяжелые, вот. То есть плюс упаковку убрать, она тоже какой-то вес дает. Ну, взвешу, потом более точно скажу, сколько это весит. Вот. И здесь вот в этой коробке должен быть подвес. Сейчас будем смотреть. Здесь у нас идут какие-то запчасти, проводочки. Видимо, для подключения, крепежа, винтики. И вот сам подвес. Значит, я думаю, всем понятно, как это должно работать. Вот. Значит, будет крепиться камера, и все это должно отрабатывать при наклоне квадрокоптера в полете. Вот. А, значит, что еще хочу сказать? Значит, подвес стоит тоже в районе 2500, 2600. Вот. В общем-то, знающие люди мне, ну, не рекомендовали его брать, потому что сказали, это как повезет. То есть кот в мешке. Все зависит вот от этой платы, какого она качества. Вот. Но я, тем не менее, рискнул взять, как бы, с прицелом на то, что если
на квадрике он будет плохо работать, плохо отрабатывать. Я из него сделаю как бы стедикам для ручной съемки с GoPro. Вот, потому что с GoPro-шки мне понравилось снимать. Очень доволен. Вот. Ну, в крайнем случае, если он будет недостаточно хорошо работать на квадрике, значит, из него сделаю стедикам. Вот. Ну, все это соберу, все это поставлю, как бы видео сниму. Поэтому следите за обновлениями на канале, все это будет. Все, всем спасибо, увидимся.